Ребят, всем привет! Вас приветствую я, Ленар и канал Fantasy TV. Что ж, сегодня у нас очередной видеообзор на телефон от компании Xiaomi. Телефон называется Xiaomi Redmi 4X. Что ж, давайте начнем. Телефон передо мной, но давайте сперва пробежимся быстренько по комплектации телефона, хотя я его уже показывал при распаковке. Так, что мы видим? Это у нас адаптер под наши розеточки. Так, что мы видим? Что мы видим? Видим, что зарядное устройство, ключ и, соответственно, USB кабель. Телефон черного цвета, а комплектация у нас белого. Вот такое вот оригинальное решение от наших китайских друзей, от производителя. Что ж, вот такая вот комплектация. Долго на этом останавливаться не будем. Что ж, переходим к телефону. Телефон у нас, опа, черненький, черныш, так я его называю по-свойски. Так, телефон вот так вот примерно лежит в мужской руке. Вот так мы сделаем. Вот так вот еще лучше будет смотреться. Что ж, телефон черненький, очень удобный. Давайте я его покажу вам со всех сторон. Со всех сторон. Ну, такой вот очень приятный телефон получился у наших китайских производителей. Что ж, здесь у нас металл. Сверху снизу это пластиковые вставки, камера на 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой, сканер отпечатков пальцев. Я уже вам показывал на отдельном видео, как он у нас шустро работает. Что ж, регулировка громкости и кнопка включения и выключения, они металлические. Также имеется у нас слот под сим-карт. Вот здесь у нас две симки и карту памяти поддерживает телефон. Что ж, вот такой вот телефон. Нижние кнопочки у нас не подсвечиваются в данном телефоне. В принципе, у серии Redmi так и идет такая тенденция. Что ж, по внешнему виду, думаю, все. Хочу еще показать, что экран у нас 2,5D стекло. Думаю, вам хорошо видно. Вот. Очень вот минус, конечно, есть, что на данные, как говорится, экран, не каждое стекло, защитное стекло, не каждое стекло хорошо ложится, клеится. Нужно, как говорится, подмирать, смотреть по отзывам, где кто хорошо, у кого что получилось. Пока по отзывам, по нашим магазинам, кому отправляли, пока у меня жалоб нет, но, видимо, люди уже как бы научились клеить, или производитель уже, все зависит от производителя, может уже как бы все уже на, как говорится, на хорошем уровне, может, уже начали выпускать. Думаю, что уже с стеклами проблем нет. Ну, если есть, думаю, все это дело решаемо. Что ж, по внешнему виду вот такие вот пока мои соображения. Что ж, идем в настройки. Идем о телефоне. Что у нас показывает? Имя устройства Redmi 4X. Версия Android 6.0.1. Версия прошивки MIUI Global 8.2. Стабильная. Ну и индекс и номер прошивки вы сами можете видеть. Прошивка официальная, глобальная. Пока на нее у меня, как говорится, обновления не приходили. Спрашивал я у наших китайских друзей, какая прошивка, кастомная или официальная. Они утверждают, что это официальная китайская, официальная глобальная прошивка. Что ж,
Время покажет, какая это прошивка, но пока по этой прошивке, как говорится, по русификации, по этой прошивке никаких проблем нет. Все четко у нас переведено. Непереведенных есть, по крайней мере, я не нашел. Ну, есть там пару мест, но это не так критично. Что ж, идем дальше. Провел я Antutu тест. Покажу я вам, что у нас выдал. Выдал у нас 43480 баллов. Вот такие вот характеристики. И, соответственно, сразу идем информации, что он выдает у нас. Те же, в принципе, информацию выдает то, что в телефоне. Графически у нас ускоритель. Это Андрена 505, разрешение дисплея, основная камера 13-мегапиксельная, передняя у нас 5-мегапиксельная. У нас тут версия телефона 2.16. Сами можете видеть, что у нас доступно остается, сколько гигабайтов. В принципе, легко ставим на этот телефон карту памяти, и в принципе можно так расширить без проблем. Вот такие вот, как говорится, другие у нас датчики. Камера плохо что-то хочет, не хочет данным образом фокусироваться. Что ж, вот такие вот характеристики. Выходим с Antutu. Что ж, идем дальше. Давайте покажу я вам, как звучит телефончик. Что ж, рингтон у нас тут ми стоит. Что ж, давайте вот так. Что у нас? Это у нас была максималка. У нас тут, сами можете видеть, что с правой стороны только динамик. Вот еще раз. Закрываем. Сразу у нас резко так все перестает звучать. Вот. Только с правой стороны его. Ну, я так думаю, что такой же динамик наверняка стоит, как и был Redmi 3, и Redmi 4, наверное, точно такой же динамик стоит. В принципе, звучание хорошее. Отлично, мне понравилось. Хорошее звучание в этом телефоне. Что ж, идемте дальше. Как снимает камера? Делал я фотографии, пробежался по нашему Александровскому парку. Что ж, фотографии делал я, как говорится, дневное время. Фотографии я этой уже у нас выложены в нашей группе. В принципе, фотоаппарат 13-мегапиксельных снимает даже очень неплохо. Вот такой вот насчет макросъемочки. В принципе, неплохо снимает. Камера, автофокус камеры очень отзывчивый. Сравнивал я, например, снимки, как делает Redmi 4a и Redmi 4. Redmi 4 почему-то, как говорится, снимки получались лучше, хотя телефон стоил дешевле. Здесь тоже, как говорится, автофокус очень хорошо работает, и снимки получаются лучше, чем даже Redmi 4, мне кажется. Насчет камеры сейчас я еще вам покажу, какая тут камера у нас.
Ну вот, вот так вот снимает. Тоже пример макросъемочки. Ну, в принципе, неплохо. Скамеечки наши, аллеи наши влюбленных. Все это у нас ночью я уж не стал. Все это у нас ночью у нас горит, все светится. Очень красиво. Фонарики стилизованные под девушку и парня. Скамеечки примирения, любви, знакомств. И вот такая у нас девушка еще на коне сидит. Наверное, многие уж ее узнали. Это у нас Надежда Дурова, кавалерист-девица. Ну вот, в принципе, вот так снимает камера. Что ж, насчет видеосъемки. Если посравнить с Redmi 4A при видеосъемке все-таки звук писалось не так, как надо. Все-таки тихо был. Здесь звук пишется хорошо. Сразу вам я скажу. Вот так вот снимает камера. Звук хорошо пишет. Вот. Вот такие вот пока мои, как говорится, то, что я заметил. Что ж, насчет камеры хотел я вам показать. Звездочка, решетка, звездочка, решетка. Зайдем в инженерное меню. 64-84. Решетка, звездочка, решетка, звездочка. Вот, мы попадаем в инженерное меню данного телефона. И хотел вам показать данные. Данные по экрану и по основной камере. Основная камера S5K3i8OFilm. Как я знаю, камера от Samsung. Вот. Ну, многие хотят, чтобы была камера от Sony. Ну, здесь, как я понял, камера от Samsung. Ну, в принципе, неплохо снимает. Автофокус, в принципе, хорошо работает. И, в принципе, думаю, это связано, конечно же, с прошивкой. Прошивка, если, как говорится, соответствующая. И, соответственно, и телефон, и камера, и другие части телефона работают адекватно. Что ж, идем дальше. Хотел вам показать индикатор событий. Он у нас расположен в нижней части телефона. Давайте его покажу. Так, вот. Вы можете видеть, что индикатор событий есть в данном телефоне, а то некоторые мои подписчики специально спрашивают, есть ли, нет ли. Вот. Я хочу сказать, что в данном телефоне индикатор событий есть. Что ж, идем дальше. Что ж, насчет работы Play Market хотел я вам показать. Play Market работает на данном телефоне. Скачивал приложения всякие. Все, можете видеть. Play Market работает. Так. Что ж, насчет работы мобильного интернета хотел я вам показать. Вот это вот такое менюшка, фонарик есть у нас, в принципе, неплохо светит фонаричек. Вот так вот фонарик хорошо светит. Что ж, выключаем Wi-Fi, включаем мобильный интернет. Здесь у нас у меня интернет от МИГ, от МТС. Проверяем. Заходим в наш Яндекс браузер.
Так, что у нас показывает? Нет подключения к сети почему-то. Все, заработало. Вот так вот, в принципе, работает. Ушел из жизни легендарный космонавт Гречка. Очень жалко, конечно. Хороший космонавт был, который вышел у нас впервые в открытый космос. Ну вот так вот работает мобильный интернет, в принципе, неплохо. Есть поддержка 4G на данном телефоне. Вот. Что ж, давайте мобильный интернет мы выключим. И что ж, включаем Wi-Fi, пускай пока на Wi-Fi работает. Что ж, вот так вот. Вот такой вот телефончик у нас. Так, что ж, также у нас имеется на данном телефоне Mi Remote, то есть имеется у нас и порт, вот он здесь расположен. Можем добавить пульт, например, от телевизора или что-нибудь от вашей марки, от бытовой техники, и, соответственно, пользоваться. Добавлял я свой пульт от Samsung, от моего телевизора, и, в принципе, все прекрасно работает. Что ж, хотел я вам показать, как у нас этот лоток на данном телефоне. Так, для этого сейчас мы достанем быстренько ключ и, соответственно, открою лоток и покажу вам, в каком он виде, чтоб, как говорится, наглядно вам показать. Вот такой вот комбинированный лоток. Соответственно, микросим-карта и наносим-карта, и карта памяти сразу, вот, чтобы было видно. Так, все закрываем аккуратненько. Так, телефон я пока вот так вот появится он у нас. Так, ключик мы поставим обратно. Что ж, хочу еще вам показать силиконовый чехол, который пришел в подарок. Давайте его оделим, посмотрим, как он смотрится у нас в силиконовом чехле, данный телефон. Как всегда, силиконовые чехлы у нас, они приходят всякие мятые. Ну, как говорится, на первое время на пользование телефоном, в принципе, они самый раз. Телефон черного цвета, как говорится, он очень, конечно, классно смотрится, но, что я хочу сказать, если силиконом чехле, если носить, он, как говорится, не так он быстро будет пачкаться. Ну, без, как говорится, чехла, конечно, он смотрится классно, а так телефон прослужит, как говорится, дольше. Черный цвет, краска, конечно, со временем, в принципе, на любом телефоне она будет уходить. Но если в чехле, конечно, она будет служить у нас дольше. Вот такой вот силиконовый чехол идет у нас в подарок. В данном телефоне, по крайней мере, шел у нас акция, по-моему, сейчас продолжается или нет, сейчас я врать не буду. Ну, как говорится, в одно время это было. Вот так вот выглядит он. Показал я вам, как выглядит в силиконовом чехле. Что ж, в принципе, то, что я запланировал, думаю, вам показал. Вот уже МТС Роч 4G прекрасно показывает. Насчет телефона. Что ж, вот такой вот телефон получился у наших китайских друзей. Очень классный такой вот черный свет. Как говорится, черный пацановский свет такой вот. Очень красивый. Но, к сожалению, марки, пальчики, конечно, хорошо остаются на данном телефоне. Что ж, вот такой вот телефон.
Что ж, вроде как то, что я запланировал, вроде вам все показал. Калькулятор, радио, все это у нас присутствует. Можно добавить ми-аккаунт. Также можно всякие темы скачивать на данный телефон. Менять обои. Все это у нас присутствует. Погоду тот же самый можно поставить. Как говорится, будет приходить онлайн режиме. Сервисы Google, все это у нас в данном телефоне присутствует. Что ж, давайте закругляться на этом. Что ж, совсем, как говорится, недавно вышла версия Pro, версия данного телефона Redmi 4X Pro 3.32, глобальная версия, Global версия, которая у нас уже идет не с адаптером, а идет он у нас евровилкой и официальной глобальной прошивкой уже с завода. Что ж, в данный момент на Global версию в магазине идет хорошая скидка. По очень хорошей цене она продается. Что ж, телефон, я думаю, за свои цена-качество одна из лучших. И очень хорошо данный телефон у нас продается. Что ж, давайте на этом все. Кто смотрел мой видеообзор, всем большое спасибо. Что ж, у кого есть, возникли по данному телефону вопросы, пишите мне лучше ВКонтакте в нашей группе. Группа ВКонтакте от магазина Fancy Technology. Пишите мне в личку ваши все вопросы. Всем отвечаю, всем, как говорится, помогаю. Что ж, на этом все. Всем спасибо большое. До новых встреч. Всем пока-пока.